Да, у них тоже были повязки. Показали лицо, да? Ну можно, чтобы не было пятихатки, хоть и желтыми повязками. У нас не было драки. Вот так вот. Кто кого бил? Вот так вот. Кто кого бил? Я снял с повязки, да. Спасибо. А что ты снимал повязки? И с тебя бы снял, если б мог. Ну, а здесь больше сейчас. Ну, так, а что? Ну, это еще не последний. Ну, а зачем ты пристаешь? Ну, так а что ты пристаешь? На каком основании? Зачем ты туда? Потому что в Германии уже один раз это было, когда не приставали. Подожди, в Германии, если тебя интересует. Конкретно покажи, кто тебя ударил. Да подожди, конкретно. Я не знал, что ты никого ударил, расскажи. То есть человек ясно говорит. Начал, все видишь, он начал нападать на человека. Вот так на вы разговариваете. Разговаривайте на вы. Как это разговаривать на вы, если человек мне грубит? Вам он ничего не сказал. Он сказал, я из тебя сорвал бы. Как это называется? Я с удовольствием буду на вы разговаривать с теми людьми, которые будут разговаривать со мной на вы. Если они мне грубят, я не хочу с ними разговаривать. Так, ребята, вообще вы провокаторы. Самые настоящие. Вы отстаиваете лес, но самостоятельно. А почему вы пришли сюда и почему возникла драка здесь? Почему возникла драка? Потому что вы ее спровоцировали.